Возьми это и храни у себя. Я потом вернусь и заберу. И хорошо тебе заплачу. Не потеряй. Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. Пощады!
Тор привел нас сюда, и мы благодарны ему. Он показал нам, что наши страдания не наказание, а благословение. Да, благословение. Много месяцев взыскали мы твоего пути, однако не слышали от тебя ответа. Если мы не угодны тебе, дай нам знак, чтобы мы могли понять причину. Да, знак. Мы не можем найти путь без твоего знака. На 9-й день месяца руки дождя наши молитвы остались без ответа. Однако вот мы здесь, непоколебимы в вере своей, что скоро ты покажешься нам. Да, покажись нам. До этого дня мы будем по-прежнему посвящать тебе свои жизни и страдать за тебя. Да, страдать за тебя. Теперь ты в моей власти. Мой бог!
было. Тебе все еще что-то нужно от меня? Я прямо за тобой. Тогда пойдем.
Ты не слышишь меня, брат? Мне страшно, во что мы превратились. Мы здесь уже так долго. И что с того? Аркендор обещал нам, что нас примут и о нас позаботятся. Он обещал, что сам Периаид будет с нами, что он утолит наши страдания. Прости мне эти слова, брат, но я не чувствовала присутствия Периаида. С меня хватит. Я хочу уйти отсюда. Я тоскую по свежему воздуху предела. Здесь нам только хуже. Но кого я обманываю? Ты-то не позволишь мне уйти, брат. Ты ведь веришь Аркендору и его обещаниям. Я знаю. В конце концов, мы тут умрем. Я даже смирилась. Но я всегда буду проклинать тот день, когда познакомила тебя с Аркендором. Что это было?
Что это было? Сомнений, что я тебя найду.